А это храм. Внешне выглядит. Внутри мы были, теперь мы сверху. Очень интересная архитектура. Честно, меня удивило. Хотя мы много где были, много что смотрели. Часы и башенки. Да. Вот я нашла, как это называется. Монастырь святого апостола Симона Канонита. Вот такой шикарный вид, выходя из храма. Видим море. Море. Черное море. Сюда подойдите, мой помощник, подойдите, ко мне я орать могу. Ой, он знает, это сразу что-то будет вместе. Шикарный вид, конечно. Интересный храм.